Дягель с древнейших времен считался лекарственным растением, содержит очень много полезных веществ, которые укрепляют сердце, стимулируют кровообращение и положительно действуют на иммунную систему. Дягель – высокое растение, до 2 метров, с резными листьями и большим зонтиком желтовато-зеленоватых или белых мелких цветков. Дягель обладает сильным ароматом и мощной корневой системой, корневище короткое, толстое, с многочисленными корнями и ароматным запахом. Стебель прямостоячий, ветвистый, внутри полый с сизым налетом, листья дягеля крупные, очередные, голые, дважды и трижды перистые, с цилиндрическими черешками и вздутыми перепончатыми влагалищами. Цветет на второй год жизни, в июне-августе, цветки дягеля белые, мелкие, собраны в шаровидный зонтик. Лекарственным сырьем служат корневища с корнями дягеля, обладающие приятным освежающим запахом. В первый год растения собирают осенью, на второй – ранней весной.